Вы смотрите видео об отеле Каролина Бич. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Каролина Бич расположен в стране Шри-Ланка в регионе Негомбо и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Каролина Бич Хотел – это отель коттеджного типа, расположенный в рыбацкой деревушке Амакандойла на северо-западном побережье Шри-Ланки, в 45 километрах от аэропорта. Отель расположен на западном побережье Шри-Ланки на берегу Индийского океана в 5 километрах от города Чилауи и в 45 километрах от международного аэропорта. На территории отеля имеются экскурсии, организация банкетов под открытым небом, корпоративных мероприятий и свадеб, магазины, обмен валюты. Ресторан, 2 бара. В номерах есть кондиционер, кабельное телевидение, интернет, Wi-Fi, радио, телефон, сейф, набор для приготовления чая, кофе, CD-DVD-плеер, джакузи, мини-бар. Номерной фонд отеля состоит из стандарт Room Deluxe Room, однокомнатный номер с террасой, суит, номер с гостиной зоной и террасой. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть центр аюрведы, бассейн, водные виды спорта, теннисный корт. Для детей есть детский бассейн «Батут», муниципальный, песчаный. Шезлонги и матрасы, у бассейна, бесплатно на пляже, платно. Зонтики на пляже, платно. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.